Тема сегодняшнего видео – это установка датчика температуры окружающей среды. Устанавливать я буду не родной датчик, будем устанавливать датчик с AliExpress, который я уже заказал заранее. Был заказан у меня для других целей, решил, в общем, установить на свою аудюху. Вот так он выглядит. Такое табло. Здесь два датчика. Один датчик будет стоять внутри салона, показывать температуру в салоне. Второй показывает температуру за бортом. Длина провода у них небольшая, по метру всего, поэтому придется провода наращивать. Я думаю, сильно показания не будут меняться. Хотя бы примерно знать температуру, но уже как бы хорошо. Подключается он просто. Здесь всего два провода подключения, плюс-минус. Буду подключать от зажигания. Хотел установить его сначала в это окно, но прикинул, что придется еще дорабатывать, делать сверху что-то, какую-то стенку с чего-то заливать. Снизу как-то его крепить. Поэтому все-таки я подумал и решил сделать его в дефлектор. Я как бы особо ими не пользуюсь. Обдув у меня будет закрытый. И вырежу сейчас вот здесь. Прям под него, чтобы он четко встал. И подключу. Просто не хочу ничего портить, нигде вырезать лишние отверстия. Чтобы все было примерно по заводскому. А дефлектор, если мне в дальнейшем не понравится, я просто один дефлектор выкину, поставлю другой и все. Такие дефлекторы у меня есть в запасе. Вот так. Вот такие планы. Для начала давайте достанем дефлектор и вырежем отверстие под дисплей датчика температуры. Достается он просто, там он сидит на защелке. Нужно просто его аккуратно поддеть, либо отверткой. Я возьму это, сделаю круглогубцами. Вот. Я уже заранее подготовил. Вот так вытащу. И пойдем сейчас для вырезать. Начала не забываем положение, где вверх, где низ, чтобы не вырезать наоборот. И примеряем наш монитор. Так прикинул я уже его. Придется вырезать вот эти четыре перегородки. Сейчас буду вырезать, подгонять. Так, нижние две шторки нам не нужны, поэтому откусываем проволоку. Вот в этих местах. Чтобы можно было убрать вот эти две нижние шторки. И вытягиваем их на себя. Теперь вымеряем размер и выпиливаем 5 перегородок. Прям точно в размер, чтобы он у нас заходил туда плотно и не болтался. Нижнюю часть раскусил и по низу здесь пропилил полотном по металлу. Дальше вот пометил себе маркером. С помощью ножа канцелярского нагрел нож и подрезал. Подогнал все по размерам. Теперь все вставляется. Думаю, еще на термоклей посажу, чтобы не вылетал. И можно теперь проводить провода. Чего, блядь? Все, переходим к проводам. Так как провод, идущий на датчике, короткий, у нас всего метр, будем наращивать. Возможно, немного изменится сопротивление и будет небольшая погрешность, но это не страшно. Там плюс-минус 1-2 градуса, я думаю, это будет нормально. Я примерно подобрал сечение похожего провода. Здесь вот есть место сгиба, буду в этом месте его отрезать. Итак, нарастил я провода. Теперь длина около 2 метров. Сейчас уложу и будем проверять, подключать. Итак, для того, чтобы проложить провода, нам нужно снять перчаточный ящик. Для этого нам понадобится головка на 8, отвертка и откручиваем болтики на 8. И начинаем пролаживать. Так, здесь провод вытащили. Дальше нужно его увести туда под капот. Для этого сейчас будем его как-то здесь аккуратно проводить. Здесь есть провода, может, вот. Также к ним уже вот зацеплю. Вот к этим. Аккуратно проведу. И туда в заводское отверстие через резинку вытащу их под капот. А там уже сам датчик спрячу под крыло. Или куда-нибудь в районе бампера, чтобы он меньше нагревался. Под капотом у нас есть вот такая резиновая заглушка, которая предусмотрена уже заводом для проводов. Тут вот соски торчат, которые нужно отрезать, какой-нибудь один из них. И сквозь него просунем наш провод. Изнутри я посмотрел, непонятно, куда он выходит. Сейчас я отрежу этот сосок и попробую отсюда проволоку просунуть в салон, чтобы понять, где он выходит. И заодно зацеплю
вытащу этот провод отсюда. Так, отрезал сосок, теперь засовываем проволоку. Посмотрим сейчас, где она вышла. Вот она, сверху. Сейчас здесь мы и зацепим. Провод как раз вот, пускай пойдет по этому. И по этой системе ProContain зацепим этот провод. И все. Так, главное его не оторвать. Вот, я уже уложил провод. Вот он идет здесь. Все под заводской проводки, под хомуты все. И туда уходит вниз. Вот он здесь идет. Ушел вниз. Здесь я вот как уложил проводку. А датчик закрепил на хомуты. Не стал заморачиваться, хотел сделать крепление, но в итоге не стал. Думаю, закреплю на хомуты, посмотрим, как будет показывать. Если что, можно всегда переделать. Теперь переходим ко второму датчику, датчик салонной температуры. Второй датчик завода установлен сверху, вот в этом месте. Но я не хочу его сюда устанавливать, чтобы сохранить хотя бы один датчик с целым проводом. Поэтому сейчас я его проведу здесь, за панелью. И оставлю вот здесь его за обшивкой. Думаю, он будет также приблизительно точно показывать температуру салона. Итак, все, приступаем к установке. Так, ребят, второй датчик закрепил я. Вот здесь сбоку его установил. Вот, закрепил двухсторонним скотчем. Провод тоже закрепил скотчем. Я думаю, в принципе, двухсторонний скотч особо не повлияет на работу самого датчика. Посмотрим, как в процессе себя покажет. Дальше будет видно. Так, все, ребят, проводка проведена. Вот питание провел я, массу запитал кузову здесь к заводскому болтику. Нашел, откуда плюс приходит от зажигания. Вот там контакт идет. Сейчас покажу. У меня вот он, вот этот контакт. Вот видите, вот сзади. Не вот этот, а вот этот сзади, который. Там у меня плюс появляется от зажигания, нашел контролькой. Все, подготовил. Подключил все через предохранитель. Предохранитель поставил пока на 3 ампера. Посмотрим. Я думаю, в принципе, вполне хватит здесь. Как бы сила только маленькая, я так думаю. И все. Вот такая фишка, мамка. Сейчас туда подключаю. И можно уже заводские разъемы подсоединять на место к датчику. И будем проверять, тестировать. Останется только красиво уложить эти провода, чтобы ничего не висело. Чтобы все было красиво и аккуратно. Сейчас я этим и займусь. Ребята, у меня все подключено. Осталось подсоединить к самому дисплею и проверить. Давайте это сейчас и сделаем. Я дисплей еще посадил на термоклей. В принципе, неплохо смотрится. Думаю, пойдет. Какие датчики куда подключать, тут без разницы. Верхний контакт — это питание, два нижних — это датчики температуры и питание. Так, убираем провода. Ну вот как-то так. Можно повернуть. Пробный пуск. Включаем зажигание. В салоне показывает 27, за бортом 21,8. Или наоборот. Смотря какой где датчик. Еще не понял. Но есть разбег. Я их еще проверял перед тем, как установить машину. У них было небольшое расхождение, около 2 градусов. И, в принципе, сейчас вот расхождение всего в 1 градус стало. Разница 2,7 градуса. Вот такой получился результат. Посмотрим, как в процессе себя покажет этот датчик температуры. Какая будет разница. Поезжу и потестирую его. Если не понравится, в принципе, то удалю его. Буду ставить родной сюда, аудюшный. А пока, как временное решение, пойдет и этот. Осталось только установить боковую обшивку и нижнюю полку. Все,
Все, сейчас ее установлю, закреплю. И все готово. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Инстаграм, ВКонтакте. Будут какие-то вопросы, пишите. Всем пока.